Я нашел. Садись в лодку. Надо привязать его к лодке. Держи.
Уже хватит. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим? Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна.
Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед!
ты там делаешь? На охоту в эту сторону. Мы не на охоту? Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Медленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец.
Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого! Иди. Ого! Что тут было? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой. Не знаю, что мы тут делаем. С края не сорвись. Они есть хотели. Что? Волки. Они не со зла. Они есть хотели. Да.
Это наверняка. Он не может это использовать. Мы можем. И куда же мы теперь пойдем? Нам сюда можно? Туда! Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Go!
Ворота должны открываться. Почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллями. Я знаю, просто... Да, отец. Oh!
Иди сюда. Смотри, это Своли Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал! Хорошо. Еще живой. Где нож? Нет, закончи то, что начал. Андрей!
сын. Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Я готов. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. Ты никак не откроешь двери? Тихо. Изменился. А я говорил, закрой рот.
Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли.